Где-то мои пацаны. Два раза упали. Ух ты ж. Ну. Так уж и тепло на улице. Я и говорю. Хорошо, что кофточку одели. И синенька. У Клинки новая шапочка жоржиковская. Ой. Давай тряхнемся, разжимай. И золотой. Он как немец под Москвой. Ти-ти-ти-ти. Перчатки от врат. Давай, сажай его. Может, я сбегаю? Ты с ним гулять будешь? Ну, на улице бы погулял у родителей. Как водичка капает? Сына намочишь, не надо. Ой, вот ему эта вода. Сдавать, я ему зря показала. Кап-кап, правильно. Посмотри, сына. Как крутится машинка, покажи. Сейчас. Сына, как она крутится? Ему не надо, у него в прошлый раз сыпь была от маленького. Спрячь, он будет спросить. Она спрячет. Нет, нет, не надо. Пойдем посмотрим машинку стиральную, как она наливает там воду. Нет, его вот всех детей вот интересуют вот эти два шкафа. Это просто ужас какой-то. Им кажется, что там клад лежит. Видишь, папа, дед не разрешает. Папа не дает этот стол. Он не разрешает, что я могу поделать? Не надо, значит. Не знаю, что такое нет. Ты ее держишь вот так вот, вот так, куда-нибудь убежит. Ух ты, стирает, как она. Смотри, немецкий партизан пополз. Широко рот открывай, баба как говорит. Ну-ка. Ам? Молодец. Только у бабули кушает, больше ни у кого. Так, мы сейчас луна, елочка, Дед Мороз, снеговик. Показывай, где снеговик. Молодец. Климка мне тут помогает собирать игрушки елочные. Не надо трогать. Вот, на тебе шарик. Шарик зеленый. А вот шарик красный. Климка стриженный пацан. Наконец-то мы убираем елку. Уже все, не радует. Сейчас Саньке все соберу. Вот такие шарики хорошенькие. Нет, вешать мы не будем, сына. Смотри, не упади. Мы наоборот убирать будем. А смотри еще, я тебе сейчас дам шарик. Еще такой фиолетовый шарик. Ух ты, сколько у Климки шариков. Ух ты, вот ему все эти ляли привлекают. Это что? Ляля. Ляля, он их почему-то назвал ляля. Вот такие вот игрушки деревянные. Ой, упала. Что игрушка сделала? Скажи, что? Где игрушка? В последнее время перестал по заказу. Упала. Давай убираем, убираем. Все убираем. Не надо вытаскивать. Санюш, там шарики упали вниз, по-моему. Шарики упали вниз и за диван закатились. Марка, нет. Ай-яй-яй! Сына, хватит уже, все. Весело тебе? А маме нет. А маме нет. Сына, все, хватит. Давай, мама будет поднимать. Не надо мне помогать уже, хватит. Все.
Упс. Ой. Мама бусики снимает. Или их не надо снимать? Вот. Видишь, бусики мама убрала. Лялю не трогай. Бусики такие. Ай, все. Так, вот сюда все складываем. Клим, скажи пока. Увидимся в следующем году. На следующий Новый год. Закрываем. Вот так. Молодец, закрывается. Все. Закрыли. Пока. Как ты стреляешь, маму? Он думает, что это пистолет. А ну-ка давай. Как стреляет Клим? Бах, бах, бах. Сколько мусора от елки. Елочка, пока-пока. Елочка, пока-пока. Давай, клади сына. Бах, бах. Мало. А еще раз скажи. Пока. Пока это означает. Вот, наконец-то мы все убрали. Свободный подоконник. Мои любимые гуси вернулись на свое место. Я по ним соскучилась. Климка уже спит, субботний вечер. Мы сейчас с Анькой планируем посмотреть фильм какой-нибудь. Сань, какой мы фильм будем смотреть? Ну, в общем, какой-то фильм он там супер-супер интересный, с хорошим рейтингом нашел. Будем сейчас смотреть. Вчера, кстати, мы тоже смотрели ужасный зубодробительный фильм. Вообще ужас, ужас, ужас. Называется, даже не знаю. Сань, «Исчезнувшая» называется. Если кто-то хочет пощекотать себе нервы, то я советую этот фильм посмотреть на раз, не больше. Так вот, нам хорошего вечера, вам хорошего воскресенья. Пока-пока.